Евгений Яковлев занимается бизнесом с 2001 года, владеет автосервисом и организовывает грузоперевозки. Предприниматель уверен, важно вносить свой вклад в чистоту и красоту города. Поэтому сам сажает цветы и убирает мусор. И это не в тягость, рассказывает Евгений. Самому приятно, когда вокруг красиво. Я сам убираю прилегающую территорию, ну, либо со мной люди, которые работают, тоже мне в этом помогают. Ну, а субботники – это само собой, потому что район промышленный, зона промышленная, пыль, грязь, она всегда присутствует. Открыть свое дело с нуля – задача не из легких. В Самаре стартовала серия семинаров, на которых обучают предпринимателей, как грамотно вести бизнес. Традиционно отмечается 26 мая в России День предпринимателя, и мы сегодня, пользуясь случаем, проводим семинар и награждение предпринимателей промышленного района. На семинаре с докладами выступили Александр Коротков, руководитель Центра поддержки экспорта Самарской области, а также Екатерина Алмакова, руководитель центров «Мой бизнес» Самарской области. В процессе обучения опытные спикеры все раскладывают по полочкам, а если понадобится дополнительная консультация, зовут в самарский бизнес-инкубатор. Формирование комфортного делового климата – одна из главных задач в работе губернатора Дмитрия Азарова. Организатором семинаров выступил Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Ксения Баканова, Петр Паламеев. События.